14 декабря в рамках общероссийского приема граждан глава района Олег Хромов провел в администрации прием населения. Всего к нему обратилось 13 жителей муниципалитета. Большинство вопросов были посвящены благоустройству придомовых территорий, улучшению жилищных условий, выделению земельных участков. Мособлпошспас Ленинского района совместно с администрацией сельского поселения Молоковское на базе Островского психоневрологического интерната провели ночные тренировочные пожарно-тактические учения. По замыслу учений в помещении КПП из-за короткого замыкания произошло возгорание электропроводки. К тушению условного пожара привлечены силы и средства по рангу пожара номер 2. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось локализовать и потушить в кратчайшие сроки. В Русском районе состоялось торжественное закрытие Московской областной вахты памяти. В церемонии приняли участие более 1000 поисковиков из 50 поисковых отрядов Подмосковья, в том числе оборонно-спортивный клуб «Ратник» и военно-патриотический клуб «Застава» из Ленинского района. После завершения вахты памяти в рамках третьего фестиваля контрнаступления прошла реконструкция сражений 1941 года. В 13 декабря в городе Москва прошел общероссийский фестиваль интеллектуальных игр, в котором приняли участие видновские школьники в возрасте от 13 до 17 лет. Команда из Видного была самой юной на этом фестивале, и несмотря на то, что не удалось занять высоких мест, ребята вернулись с позитивным настроем, новыми знаниями, хорошим опытом и желанием развиваться, учиться и участвовать в интеллектуальных играх разного уровня.